Здорово! Сегодня будет внеочередная фулкатка. Все дело в том, что я снимаю два очень крутых, на мой взгляд, ролика, но времени, чтобы все это реализовать, мне немного не хватает. Поэтому, чтобы вы не скучали, я решил записать вам игру на лоупорядочности. Но не просто на лоупорядочности, а на титанах в классике. Ну, как сказать, классический ранкет выглядит примерно так, мне кажется. Вот был бы у меня пуч на миди и течес лес, вот тогда да, тогда это было бы просто обстановка по кайфу. Тем более, многие мне просили игру с плохим стартом, и знаете, этот ролик для вас. Сейчас просто игра будет... Ох, какая... Какая же вкусная игра будет. Сейчас просто надо немножко... Вот так вот, немножко... Все не то, все не то. Опа, так это же Хроники Хаоса, ролевая экшн-игра с множеством PvP-режимов. Кроме этого, в игре доступно прохождение кампании с увлекательным сюжетом, количество которых достигает 130. Тут можно открывать новых героев и повышать их левел. Лично меня затягивает поиск сундуков Доминиона. Их нужно собрать как можно больше, чтобы забрать оттуда сотни тысяч монет уже в первый день. Только представь, в игре тебя ждет более 50 абсолютно разных по стилистике и скиллпоинтам героев. Придумывай свои комбо, стакай их команду и сражайся с ужасающими боссами. В игре ты не уткнешься в потолок, так как откроется новый режим, в котором бои начинают играть уже новыми красками. Их всего 6, и каждый имеет особые преимущества. Это можно качать артефакты для своих сражений и получать крутой лут, ну или же призвать титанов и исследовать подземелья, зарабатывая золото с мобов. Ну и по онлайн части в игре все здорово, ведь можно объединиться с другими игроками, чтобы сразиться с противником. Создавай свои личные гильдии с друзьями и устраивай баталии на созданном тобой сервере. Тут все просто, чем выше вы занимаете позицию, тем выше поднимаетесь в топ и получаете больше наград. Ну а стратегию вы можете обсудить в нашем чатике. В игру играют, только представьте, более 100 миллионов игроков со всего мира. Так что следи или же участвуй в обсуждениях тактик боя с боссами или же другими противниками в Facebook, YouTube или же Discord. Ну а раз в неделю на постоянной основе проходит ивент распродажи, а также некоторые патчи, которые открывают новые возможности в игре. Разработчики заботятся о том, чтобы вам было комфортно играть и учитывают пожелания игроков. У Хроники Хаоса две версии, это мобильная и браузерная. Выбери свою и стань героем в мире хаоса. Поэтому скорее заходи в игру, убей архидемона и получи супер сундук с секретным героем. Интересно? Тогда сканируй этот QR-код и переходи в описание, скачивай, и мы обязательно увидимся в игре. Блять, сейчас все сломаем. Как это... Ой, просто боже. Все нормально. Все хорошо, играем. Я сейчас играю онлайн на смурфаке, потому что... Я не могу вернуть Мипаряси в пул. Я, короче, переиграл на Монки Кинге. Сейчас такой патч, что Мипари, он не особо такой метовый герой. И пикать его мне немножко страшно. Мне просто, ну, я вот боюсь, что у меня руки, они просто все забыли нахуй. Что я, ну, не отыграю на этом героя. И, короче, на мейне пикать этого героя сейчас просто опасно, супер сильно опасно. А здесь я в рейдж, ну, типа, тут чалы, они совсем ебланы, да, то есть на врагах. Это вот 6000 есть, да, но... Такой вступительный 6000. Вот, и короче, бекан что-то все. У него лес заспавнится на минуте, в принципе, он может попить чай пока сходить. Ну так вот, и я взял аккаунт, вот этот смурф, чтобы просто, ну, вспомнить, грубо говоря, как играть на мипаре. Покликать и все такое. Проблема лишь в том, что здесь нет жетонов, поэтому я играю классик. А во-вторых, это то, что... То, что здесь ужасно маленькая порядочность. Порядочность здесь просто уёбская, и здесь челы, они обзываются, они просто, они ненавидят друг друга. Ой, ой, просто наслаждение. Игры здесь это наслаждение. Но котел что-то мне не идет помогать. Я вот не знаю, брать ли мне сейчас фласочку, если котлик у меня пачку тут идет стилить, то... О, встал. Стал парниша. Ну все, Ликан там он ждет, то есть у него минута он вне игры. Ебать, это скорб мид. Охуеть. Все. Бро, ты мили крипата не трогай, блять, договори, до базарили же. Все, все понятно с тобой. Договорились с ним, да? Бро. Просто его, у него игра сделает тычку заранее, если что.
здесь отводим мили крипов жестко, чтобы он просто не задувал их. Пускай дальников хуярит. Ну, два зарялись, правильно? Ну, Скорпион это был бы, знаете, слишком легкий мид. Поэтому вот так вот, ебать. Два. Подруинивать немножко на котле своем. Ну да, я так вот хорошо. Я бы взял здесь сетку, потому что, в принципе, 2 на 2 можно убивать, но он же съебется. И я на четвертом уровне буду уже стоять практически соло без... Идет, нет? Не идет, да? Это я додумался, поэтому, типа, все честно, это мне. Он, пускай он там сейчас заберет пачку, а я пойду... Ебать, он сейчас с кайфом это все задувает. Ладно. Что поделать? Терпим. Терпанем жестко. Ну все, он... Блять, ну пиздец много пачек уже. Когда он уже съебется с линии, а? Жесткие разборки котла и скорпиона в миде. Ну я, блин, я просто не хочу... Как сказать? Не хочу быть грубияном, но, по-моему, этот парень уже слишком много пачек, сука, сфарманул. Давай уже отсюда, брысь. Тише. Я здесь просто запуфцу. Двух всего крипов. Ну, пуф, 0 урона наносит сейчас. Старый пуф бы убил. Всю пачку. Нынешний пуф жрет. Все, съебался. Приколитесь, съебался. Какая же мразь, да? Ну, а вы думаете, здесь люди на ПТС играют? Вообще, ему так похуй. Мы не ролили, ничего не делали, он просто увидел, что я фпшнул, поэтому решил не заруинить. Ну, в классике, знаете, закон джунглей, там надо фпшить. То есть, если ты не фпшишь, то как бы... То роль все, она не твоя. Блять, ну как я не люблю это? Застанет? Не достанет. Не добить. Все, ура. Есть четвертый у меня. Можно делать гейминг. Опять же, опасно делать стаки в лесу рядом с котлом. Потому что этот парень может устроить жесткий фарм. Ладно, я иду на бот, по всей видимости. Сейчас мы только вот так вот сделаем. Успею, интересно, забрать. Он очень хочет меня застанить. Не застанет, окей. Все, делаем так сейчас. И нам нужна ПТшка и кларетку сейчас еще. Желательно две, конечно, но не знаю. Две, по-моему, это уже жадничество какое-то. Все, сейчас две кларетки. Сейчас я добью здесь все, да? Ну... С другой стороны, могла бы стоять Лина в миду, да? Там бы я пиздец дискотеку устроил. Не подойду я на данник никак. Все, пошлите качать лес. Практически. Вообще треугольник, да? Ну там все, парень уже первую кровь проливает. Он уже все, старт с мида получил. Идет просто уничтожать. Да, бро, покачайся, у меня здесь без проблем. Не-не-не, стой центр, слышно, Свеня, стой центр. Так, я здесь заберу, он против. Все, он не против. Как, он может быть против, но, опять же, да, закон джунглей. Здесь мы все играем, не уважая друг друга. Можете сделать с людьми не ролевой рейтинг и слабая порядочность. Да, бро, да. Кайф. Ну ладно, я забрать... Блядь, грибов не забрал. Ну, знаете, зря я ему отдал центр. Ну, игра просто... Вы сами просили меня сложные игры.
Вот эта игра из разряда играть не хочется абсолютно. То есть вот, вот этот парень качает лес. Лина бегает за ним при этом всем. Бегает за ним. Ой, вот сюда тэпаюсь. Ебать, а буст-то найден. Бро. Ты что-то перепутал. Угу. Здесь закрыто. Ты ей дал стан. Как он замедляет до меня, интересно. Ему броня приехала, к сожалению. Ну ладно, мы сейчас идем с ним до конца. Стеканы еще. Яхуи. Он вниз пошел, да? Ну, пытка была. Сетку не прокачал весь. Поэтому было не убить. Ну, убить? Ты влез, потому что ты берешь кэрри без ролла. Вот и все. Ты, походу, блядь, здесь вообще страшно. Здесь вообще что-то страшное. Как отсюда выбраться? Я в ловушке. Да, тебе не составит труда это выиграть. Ты видишь, ты открываешь рот, значит тебе тяжело. Паник, вот АП на топ. Ой, на бот кто-то. Да, мы здесь всех поубиваем. Тут путь шло ХП, Лина четвертый. Мне не тяжело, просто и когда ты берешь на 6 кусках леса. Просто. Нет, брат, я не оправдываюсь просто. Ты долбоёб, прям на голову отбитый долбоёб. Нет, у меня просто ты. Получается, что второй, потому что я не. Нет, брат, я не оправдываюсь, просто. Пиздец просто. Ой, катка, просто заебись, заебись. Ладно, нет, такой билд слишком хорошо делать в этой игре. Тише. 6000 ПТС здесь просто люди разъебывают фразами про 6000 ПТС. Ну я не знаю, если нас здесь несут за 15, то нас несут за 20 тогда. А если этот ролик на канале, то я его выиграл. Нихуя. То я выиграл катку. Кто-то в это верит вообще? Вы сейчас смотрите, да, этот видос на канале и думаете, ебать, стоп. Восьмая минута игры, все просто, ну, пиздец хуёво. Как это? Зачем он это залил? Он залил, как его снесли за 15? Вряд ли. Нет, конечно, блядь, потому что я эту игру разъебал уже. Я его разъебал. Я уже вот сижу сейчас, монтирую этот ролик, и просто я знаю, что я его разъебал. Да, пожрал хуй в начале игры. А кто бы не пожрал? Кто бы не пожрал? На моем месте. Опасный Сент-Кинг. Жесткая Лина. Это просто, ну... Пуч. Уже сюда. Уже сразу винрейт падает, когда пуч у врага. Ну вот что делать, конечно, вопрос. Игру-то я разъебу. Но чуть попозже. Что мне делать в данный момент? Хуй пойми. Тише. Да блять, бро. Why you hook me trash? Why you hook me trash? Ну это пиздец. Неизвестно, что делать. Надо идти в их лес, как это сделал Ликан, но Ликан это уже сделал. Получается, мне это уже сделать нельзя. Похуй. Все, я могу, кстати, стоять в центр. Ну как стоять в центр, да? Опять же, вот в этой хуйне я стоять в центр не могу. Да-да, бро, я нападаю. Думаешь, он тут? Ну ладно, не прочитал. Он тэпался с базы, к сожалению, без листов. Тише. Ну, блядь, ну отстань. Он тэпался с базы без листов, к сожалению. Же. У него слотов, возможно, не было, просто подосты. Такое случается. Опять же. Бывает, да? Ух! Катка. Катка. Кайф. С кайфом. На, ебать. Ну что? Парни нападают, да? Ебать, здесь агрессивная рыба еще стоит. Слава богу, Сларк. Вот если бы еще Сларк был расфижен, да, то это было бы, ну, я не знаю, где мне еще, куда мне еще съебаться, чтобы пофармить. Не представляю даже. 10 левел пуч, кстати. Это батя игры, опять же, да, пуджа не забрали, не забанили. Теперь играйте против пуджа. Кто хочет играть против пуджа? Никто не хочет. Пуч, представляете себе героя?
Вот так вот. Сларк уже все доел. Блять, здесь путь, сука, опять же, да? Ошибка. Приближаться к пуджу — это ошибка большая. Я не знаю. План 11 уровнем жестко камбэкнуть. Сейчас так и будет, да? То есть пока мы терпим. Пока мы терпим. Но потом мы терпеть перестаем. И вот на тот момент, когда мы перестаем терпеть, враги должны охуеть. Ну, они не должны этого ожидать. Они думают, что все. Что игра уже у них в кармане. Но как бы не так, да? Опять же, заблочил лес. Класс. Кайф. Кайфарик. Кайфасик. Мипасик. Че вот мне? А почему меня не боится? Оп. Мое изи. Как мы его наморали-то, а? Сейчас задавили. Или Канчик подхватил вот так вот. Вот так вот он подхватил. Он такой, хм. Сейчас мы его жестко оттрахаем. И мы так и сделали. Так, ладно. Чуть-чуть диффузов. С диффузами мы сможем ничего. Как и до этого. Просто потому, что у нас нет левела. И парь очень зависит от левела героя. Бля, если сами забирают, это вообще, ну... Это очень плохо. Надо его дефать по-хорошему, конечно. Блять, ну что ж ты на котлету на своем? Давайте собьем блинк. Били. Ну, ну это, как сказать, не сильно ты помешало, да? Лич просто аннигилирует. Ну чё, стрик? Ничего страшного. Ликан... К сожалению, 58 секунд еще ничего не делает мне. Не хочу ничего. Бля, вот там парень с блинком так стоит в кустах. Как он меня вообще может? Меня может разъебать просто в ноль. Блин, у них, ну, такой себе парень, да, то есть на линии он как-то хочет жестко пофидить здесь. На. Я говорю, это бот. У них на линии, походу, подкидыш. Окей, диффуз есть. А, остался 11, да? На 15 минуте. Нихуя себе. Вот это тайминги. Что-то я не обратил внимания на время. А время просто, я не знаю. Ой-ой-ой, время жестко убить поджика. Блять. Ой, он ко мне идет. Ждет именно того, на ком... Бля, ну ладно, не успею, да, никого убить здесь. Он на Ликане должен был волками сбить ему блинк, но он не додумался, к сожалению. Ну ладно. Опять же, да, команда ебет, все хорошо. Я не мог там не нападать на пуджа, ну в смысле, я сильнее, чем пудж, да. Все видели. Свен, спейс для Свена. Сларка, к сожалению, убить никак. Давайте нажмем у него просто плюс. Ну что, я тратить ману на него. Спасибо, бро. Что подамажил. Здесь сейчас опять, да, крипов нет. Марим, крипов нет. Есть. Охуеть, значит, не забанено. Не, нам пока рано фармить. Мы еще маленькие, чтобы... Ой, рано драться. Мы еще маленькие, чтобы драться. Делаем вот так. Будет равно суицид, правильно. Я такого же мнения. Ну, кстати, Лину я бы готанул, но вот, блядь, опять же, да... Сука, у них все есть, чтобы... Чтобы ее задефать. А вот то, что он туда идет, это ошибка, мне кажется. Сейчас мы быстренько окажемся возле нее. Блядь, ну как же они мувуются? То, что вот на Лине так аккуратненько, да, отыгрывает. Сларк сюда идет, хуй пойми зачем. Мы разойдемся в разные стороны на всякий, чтобы если что, съебать. А вот как я пойму, что надо съебать, да? Вот так. Все, оказались мы в нужном месте. Осталось... Гофайт. Он просто понял, что...
он умрет. Я останусь там. Уже я умер, да? Ебучий лич. Ну ладно, это ничего страшного. У лича просто мы кормим лича, чтобы потом что сделать? Его уничтожить. Я убиваю снифпинга, если я попадаю по нему сеткой. Он блинканется, интересно, наверх? Ну давай уже, доковыряй, блинканись. У меня сетка в один. Не могу я, к сожалению. Все, у меня к сожалению, заметили? Нет, не блинканулся. Вот так вот выходим. Чё? Ладно, я отвел клонов, чтобы это. Я плохо все сделал. Это про. Давай, бро. Увидимся. Короче, я продал топорик и 1000 раз об этом пожалел. ВРК с дастиками. Сейчас мы его просто под здесь по это. Дасты. Как-то она, блядь, не нажала все кнопки. Ну ладно. Умер, сейчас эксплутанем здесь. Хорошо. Хорошо. Да, мне нужен блинк, потому что я просто, ну... Очевидно, да, я убиваю каждого здесь. Будь у меня, блин. Идем по фарме, мы все, у меня блинк, и я просто здесь бегаю и всю карту. Игра, опять же, в доту отдаленно. Вот, это именно отдаленная дота. Никто так не играет. Таких игр не существует на нормальном... Блин, как это? Даже я бы не сказал, что в классике, наверное, тоже таких игр, ну, их мало. Просто из-за того, что здесь маленькая порядочность, вот такой пиздец, он здесь просто, ну, по КД. Хотя, опять же, соперники, они же тоже... Они же... Не факт, что в классику играют, и не факт, что они играют с низкой порядочностью, так как какого тогда... Лешего у них там такой пиздец, да? А у них же тоже пиздец. У них Сент-Кинг на центре, Лина, которая стоит АФК, но Сварк вроде бегает и ебет, ладно. Сварк, типа, хоть у него 14 уровень, но у него шмотки есть, и он сейчас просто должен... Я его, допустим, не кокну никак. Никак. Все, ладно, у меня блинк. Сейчас мы просто оказываемся, вот, блядь, оказываемся возле Лины. Там вышка, ладно, туда не очень хочется идти. Героя на боте, то мы не деремся. Сейчас мы просто халаем здесь и сваливаем. Можно хекс купить, по приколу. Можно купить хекс. О, игра, блядь, мерзкая жесть. Го под обсом закончим. Под обсом и закончили. Точнее, оп закончился, но... Ничего. Забей. Бля, 5 на 5 подраться один раз. Один раз подраться 5 на 5. Я там 6 как убью всех чаров. Почему он на меня бежит? Ты наносишь дамедж, бро. Хуя он так агрессивно влетел и так просто. Я в шоке. Был мой лучший день в жизни прям сейчас. Я такого никогда в жизни, ну, я не видел такого ни разу, чтобы Свен с такими шмотками влетел и просто ноль урона. Ноль. Хуеть. Хоть прикол, да? На боте, кстати, паджик. Давай. Терпи, епт. А что поделать? Такая вот игра. А когда я выиграю? Ну типа, а чё? А чё нет? Пока они
смеялись надо мной, я тихо занимался в зале. Надо название такое сделать, ебать смешное будет. Ну только я не знаю, как там был мем в оригинале. Просто уничтожил его, если что, прямо сейчас. Он ответ... Он в прошлый раз просто не повезло ему. Урона мало выпало. Опа. Дай тычку. Нет, он мувнулся. Тихо, тихо, тихо. Броу, броу. Don't do this. Don't do this. Не надо. Нет, 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 нет. Вот здесь вот так-то. Пожалуйста, скажи, что ты не бежишь за мной, да, вот. Бейте там, я не знаю, свое, на кого угодно, не меня. Меня не трогайте. Оп, Снкинг. Ульт потратил. Ждем лича. Лич тратит ульт, все, я залетаю. Ну ладно, тут Свена нет вижена. Че, хоть сос ебучий, ты перестанешь это делать? Ты зашел мобов похуярить в 15 лет своим? Ликан отказывается играть. Я просто сейчас... Я хочу перечислить все, что было в этой игре, но я сделаю это в конце, потому что вдруг еще что-то произойдет, правильно? Поэтому пока... Главное не забыть. Да? Потому что катка, она такая, знаете, интересная. Так вот ее, блядь. То Лину... Лина не играет, Лине похуй. Опять же. Сейчас на боте просто обнаружить фраг было бы вкусно. Ну, блять, вот с одной стороны фраг, а с другой стороны пуч. Пуджа убивать тоже, знаете, погода плохая будет. Чё они вообще, вот чё они в этой игре, да, делают? Просто всем все равно, всем похуй на все. Там Рошан встал. Рошан встал, я пытаюсь... Как-то... Ой-ой-ой, на ликане-то. Вот так вот. Опять же, Сенкинг сейчас, вот я даже не буду от этого отыгрывать, похуй. Если Сенкинг залетает и делает то, что должен, кайф. Просто игра замечательная. Игра просто в тысячу раз интереснее становится, того, что я сейчас. Она сейчас заебись, да? Супер интересно. Но если сейчас Сенкинг сделает то, что должен, я прям надеюсь. Ну давай. Нет, видимо, нет. ТВР-ка, она на секунду просто, я подумал, что это... Это оно, я подумал. Супер хуёвый шарт, пойду заюзаю. Не берут его в играх. Говно. Он кал. Но мы возьмем. Ну как, он не прям супер кал, очевидно, что лучше с ним, чем без него, это, по-моему, понятно. Но... Буду Сенкинга давать хекс, просто потому что... Нам нужен лич! Забыл я про шарт, опять же, возьму клонов. Ну все, ликан аннигилирует. Вот такая вот карта. А что поделать? Опять же. Еще залечу, кстати. Какой интересный звук, да, у меня получился? Просто ни капельки не поломано. Угу. Сразу видно, менять не будут. До сих пор даже этого не сделали. Не дает мне хекса нажать. Да фак тратит, а хекс не дает нажать. Обидно. Я не смогу нажать у него, он просто по пуфам поймет, что я у него прыгаю. Ну он уже нажал. Давай. Бывает, бро. Не застанили. Ну давай уже. Фух, вот такая вот карта. Просили бы меня выложить сложную игру. Что поделать? Сложная игра? Сложная. Понятно, что кто-то тащил меня, говорит. Да, у меня вот верка ебала, бегала ебала. Без проблем. Но чё я... Я ж не в лобби это все записываю, правильно? Я не могу сказать, ребята, только ваша задача жестко нафидить, блядь. Ну что, я жестко фидил, я фидил жестко. Во, лучше... Кто? Кто? Опять же, кто? Я напомню сейчас, да?
Я его разъебал. Я уже вот сижу сейчас, монтирую этот ролик, и просто я знаю, что я его разъебал. Но вообще, если абсолютно быть честным, то на Мипере достаточно сложно камбэкать. Ну, герой не камбэка, герой, очевидно, который должен идти и с оверфармом аннигилировать. Но, к сожалению, в этой игре не получилось. Ладно, в общем, вот такая вот игра. Я надеюсь, вам понравилась. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки там. Йоу, я ютубер. Да. Всем пока.